Один из самых технически продвинутых городов мира. Дубай и блокчейн-компания сотрудничают по проекту перевода всех правительственных документов и сделок города на блокчейн-платформу. В недавнем пресс-релизе генеральный директор блокчейн Питер Смит отметил: «Я очень оптимистично настроен в отношении Ближнего Востока, и мы планируем инвестировать туда больше». Дайте нам знать в комментариях, что вы лично думаете о симбиозе правительств и блокчейн.